Всем привет, дорогие друзья! С вами Народный Сомелье, и я рад вас приветствовать в нашем клубе путешествий в страну элитных напитков. Как всегда, я приглашаю вас повысить градус, и сегодня ром. Ямайский ром, господа! Ямайский. Производитель Plantation. Ямайка ром Ксямака. Но так говорить не надо. Ксямака читается как замака. Посмотрю сейчас подсказочку, по-моему, замака. Земля лесов и воды. Дорогие друзья, вот такая красивая бутылочка. Просто бомба. Подарок судьбы на акции в прекрасном магазине «Три лося» за каких-то всего 69 рублей. А это не больше, не меньше, чем 22 доллара. Ямайский ром Special Dry. 100% постил рум. Или рам, там, рум, да? 100% ром без сахара. Без сахара, дорогие друзья. И самое важное, 43 градуса. Продегустируем. Так, ну, во-первых, давайте прекрасный язычок видим. Давайте откроем этот замечательный ром. Здесь должна звучать песня «Лё-хо-хо». И бутылка рома. Ну, примерно так. Жалко, нет попугая. Слава богу, есть две ноги. Поэтому... А, прикольно. Прикольно. Давайте пока я разливаю. Я чуть-чуть сюда налью, чуть-чуть сюда. Я вам немножко расскажу. Он, значит, три года в своих катках тусуется. Сам себе там бродится, а потом еще годик, дорогие друзья, в бочках из-под коньяка. Это нам вот и интересно. Заявлено, что будет цветочные ноты. О. Слушайте, луговые такие цвета, но очень сладость. Очень, очень, вы знаете, ну такое. Ну, нам это и не надо. Бутылочка, ну просто бомба. Все написано красиво, 43%, 43 градуса. Сзади на этикеточке сейчас будет здесь где-то, или здесь, большими буквами будет все написано, что да как. Про него все рассказано, где, что и во сколько. Красивая бутылочка 0,7. Еще нам заявлена дымчатость. Для этого у нас есть стаканчик с водичкой. Мы потом чуть-чуть добавим, чтобы понять, так ли это. Ну что, ром постоял какое-то время. Запах хороший. Запах мне нравится. Здесь. Ну, отсюда сразу так порхнуло. Даже вот не знаю. Давайте попробуем чуть-чуть за ваш. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Писать какой-то комментарий. Может, что-то вас интересует. Просто написать. Мы всегда, новый сезон, друзья мои, открываемся. Собираем больше подписчиков. Становимся максимально популярными, чтобы быть... Вот, класс еще можно назвать. Колокольчик, там, лайк. Ну, давайте, пробуем. Ром, 43 градуса. Слезки такие, не знаю, видно вам, не видно. Ну, посмотрите, все в слезках. Это, видать, от коньячка. Да, дымчатость. Лугового здесь вообще сейчас ничего нету. Не знаю, даже вот... Ну, давайте попробуем. Чуть-чуть добавим водички. Откроет или не откроет аромат. Вот две капельки. Дымчатость. Не обжигает. Вы знаете, как по мне, я насколько не очень сильно люблю дымчатость, но то, что заявлено, уже не надо ничего добавлять, мне кажется. Вот сейчас пошел, да. Пошел дымчатый такой запах.
за вас, за лайки, друзья мои. Очень неплохо, очень неплохо, очень неплохо, дорогие мои друзья. Франция, Франция все-таки молодцы. И красивую упаковочку сделали. И годик еще подержали в коньячных бочках. Дали чуть-чуть поставить цвет. Коля прекрасный вообще. Ну, просто. Отсюда все то же самое уже. Даже, может быть, я не знаю, отсюда даже, ну, поприятнее. Ну, давайте попробуем еще раз. Увеличим просмотры, лайки. Давайте за вас. С водичкой как-то, знаете, даже третья, но начала так немножко даже обжигать. Я не знаю почему. То ли водичка сразу же. Хорошо. Но я могу вам что сказать. Можно брать, на стол ставить. По деньгам хорошо все, если попадаете на акции. Вообще изумительно. Но я еще хотел вот что попробовать. Не удержался, бахнул колы. Ну, надо пробовать. У нас на канале был обзор Black Bacardi. Вот ссылочка, можете посмотреть. Тогда мы его пили с колой. Нам очень сильно понравилось. Хотя, в принципе, с колой, говорят, все нормально. Но не скажите, не все. Поэтому пробуем. Слушайте, может, это он и создан для этого? Не знаю, или кола создана для рома. По-моему, вообще с колой хорошо. Напишите в комментариях, что про это думаете. Честно говоря, мне понравилось и в чистом виде. Вот что-то какие-то минимальные сырые орешки бы я поколол, порезал бы сырика. Было бы вообще замечательно. Но вы знаете, колы, сейчас бы еще ледика надробить, было бы тоже зашибись. Поэтому, я не знаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите, что вы все про это думаете. Новый сезон, дорогие друзья, давайте все-таки будем увеличивать нашу аудиторию. Все будет хорошо. Всех поздравляю с любым. Вот у кого праздник сегодня, всех поздравляю. Погнали. С вами был Народный Сомелье. Увидимся обязательно. Новый сезон.